Спортивными мероприятиями отметили День духовного согласия в Уральске. В местном колледже газа, нефти и отраслевых технологий прошли соревнования по мини-футболу. В силе и ловкости состязались представители религиозных объединений. Всего участвовало 7 команд. Подобная встреча на футбольном поле проходит впервые, но участники уверены, что спорт поможет им лучше понять друг друга и объединит. Для того, чтобы более тесно как-то начать общаться между другими представителями, укрепить дружеские связи.